управлять Mavic можно даже с помощью жестов. Для безупречного управления дроном в этом режиме вам не понадобится ни смартфон, ни пульт дистанционного управления. Пока Mavic находится на земле, активируйте режим управления жестами и войдите в кадр. Затем с помощью рук и тела изобразите букву Y. После полной активации режима можете начинать движение, и Mavic будет следовать за вами. Когда захотите сфотографироваться, используйте пальцы, чтобы изобразить рамку. Вот так. И Mavic приготовится фотографировать. Индикаторы под передними лопастями Mavic начнут мигать, отсчитывая обратно время, предоставив вам время для позирования. Через 3 секунды Mavic сделает фотографию.